Так, ему походу-то интересней. Убил. Там ебать гоблинов нахуй. Да, вижу я. Ебать, гоблинов не надо. Оно за пекану стоит. О, оно за пекану двигается. О, мы Заебись. можем. Они походу на камень не полезут. Да, Да, они не особо на любят. камень не могут залезть. Так, сейчас я попробую тоже сам залезть на камень. Форсит, О. залезай к нам на камушек. Походу нихуя камня не нравится. А, сзади, Залезли, на все, камень залезли. залезли. Блять, я что-то думал, что они не залезут уже. Ладно. Ну, здесь их Ну встречать ладно, легче. так легче, да. Ой, я упал. Блять, мелкие уёбки, а? Гогочущие. Да хватит бегать-то, блядь, заебал. Да, блядь, не попасть по нему, ты хоть ты ёбнись. А куда здоровый хуй делся, интересно? За... Блядь, блядь, за ним я... Не знаю, где здоровый. Снимался обратно. Ну, бей. Ты чё это, Сука. блядь, телепортируешься, это уёбок? Он пидрило, блядь. Ты ж, блин. Камушек справа есть неплохой. Санек, ты движешься в сторону дегтяревой этой хуйни какой-то. Дегтярёвый. Болот, дегтяревой болото дегтя, короче. Я понял. Уже прям рядом. Ай, вижу, блин, ебать, нихуя. Я что-то не видел само болото, А думаю, я где оно. просто это, на возвышенности хорошо отсюда видно. Ладно, не хочу к болоту. Я попал по гоблину, сейчас прибегут сюда, как минимум штук 5, наверное. О, а тут рыба. Твоя? Это я выкинул, да. Я что думаю, как она до сюда добралась? Рыбу это сохраняйте. Она нужна. Возьму. Эй, по балде мне под затыльником. Не падать. Только не попасть по нему. Да я такого отпизжу, блядь. Заебал. Еще один. Надо будет это. Меч из черного металла тоже сделать, потому что, блядь, что-то, блядь, этот стальной как-то уже совсем не это. Так, надо посмотреть, что там. Вон там, вот, ублюдок. Як. Не то. Не попал. Шаман. Попал. О, шаман, шамана заебись. А, он сдох Ху уже. хуя ты в голову мысли зарядил. Наверное. Двухзвездочный. Двухзвездочный. Отель. Блять. Нихуя, а чё, по нему урон-то вообще не проходит? Или мы не попадаем? А мы мазила. Я не поп... Тут что еще? Минимум раз, два, три, четыре, пять. То ли Там, пять, то ли походу, шесть, еще, короче. еще шаман. Или это не шаман? Или он просто кастанул какую-то хуйню? Шаман. Ха, да. Да, шаман Слева. вон далеко. Там два шамана, как минимум. Блять. Чё так много этих уёбков-то? Щит. Хуй.
О, блять, походу надо на камень. Ёпти. Как минимум 6 тел еще, да? Раз, два, три, на вышке 4. Еще 2. Ёб твою мать, что так много-то? Здесь по-любому должен быть амулет этот талисман. Там, это там. Тотем, да. Так, шамана выцеливаем. Вон он, блядь, в центре стоит. Угу. Да, нахуй. Эй, блядь, меня уебали. Сдох он, походу. Да. Тут у меня двое, как минимум. Бьют меня. Спасибо. Да, блядь, заебал убегать, сука. Ой, хорошо. Он бегает за ним? Да, реально заебал. Бегает и бегает, бегает и бегает, блядь. Вон там еще что ли один шаман? Да, там было два как минимум. Вон с какой-то елдой бегает. Снайпанул кого-то. Хорошо, хоть он, блядь, призывать их не умеет. Чё, он сидит? Да ладно. Ёбаный в рот, да вы когда-нибудь кончитесь. Только рядом с ячменем не зарезись. Ебать! Блядь! И копьё тебе. Ты разворачиваешься и копьё тебе въебал. Я прям видел этот момент. Подошел так в жопу ему воткнул. Да, блять, какие же они уёбки, а. Очень легкий минус. Так, еще как минимум 2 ублюдка. 3, он еще на вышке. Порвало. Тотем, тотем, тотем. Есть тотем? Нет, тотем. Что-то, блядь, тотема не видно. Слишком тяжело, блядь. А, ебать, я руды набрал. Нормально. Убил. А там портал тот не разрушили, да? Нет, нет, я его оставил. Так, а где я сдох там, блядь? Ага. Реально тотема тут нет. Самое главное, здесь лежит почти 60 слитков. О, не слитков, а этой хуйни для переплавки. Руды черный. Руды черный, да. Надо отметку здесь поставить. 60 черный. Убили, да, гоблинов этих? Угу. И до бобров. Блин, жалко, что тотема тут нет. Да. Потому что сопротивление они давали довольно-таки достойное. Более чем. Тогда отожмем все, что у них есть. Так-то да.
Из чего, интересно, у них крыши такие прикольные? Из шкуры оленя вроде. Какие-то шкуры, да. Выглядит круто. Хочу так, такие же крыши делать. Вот у них построек прочности вообще нет. Да? Просто в воздухе висеть сейчас будет, да? Ну да. Зонтик. Они рушатся. Значит, прочность имеется. О, ебать, реально шкуры выпали, нихуя себе. Да, 9 шкур оленя выпало, прикольно. То есть, в принципе, если нужны шкуры, можно поломать их хатки. Так, ну дальше уже лес пойдет. Да, черный лес. Можно чекнуть посередине, там не открыто. Да, вот я туда и иду. Пойдемте. Тут какой-то вулкан или гора какая-то. Блять, сука. Гребаный комар. Выбал. Комар. Комар. Блять, склоны ебучие. Жди, ну, пока он видишь, просто, пока он влетит в тебя этим. Видишь, под уклоном просто. Я ждал. Потом пытался нанести ему удар, а из-за уклона я по нему не попал. И ставь щит именно в момент, когда он влетает в тебя. Тогда вообще заебись. Он просто стоит там секунды полторы. По нему не попасть сложно. А тут нихуя нет. Яйцо дракона есть, он нахуй не надо, нахуй не есть. Надо. Так. Значит, нам надо куда-то вон туда. Да, на равнинке. Так, у нас портал, кстати, был где-то вот здесь, наверное. Детективы и ванны. Да, я не помню, где именно. Был портал, но я примерную отметку поставил. Это башка ебучего пидораса, блин. О, лен. О, это, походу, место призыва босса тоже еще очередное, да? Угу. Мачу-пикчу? Мачу-пикчу, да. Или как они там? Стоунхендж? Стоунхендж тоже, да. Да, что одно из камня, нахуй, что второе из камня. Правда, одно на равнине, другое на горе. Ну какая нахуй разница? Что-то, блядь, нет. Не оно. Зато комара есть. Не знаю, может это какой-то клад, блядь. Вообще, такой копаю, как хуяк. А у тебя этот какой есть? У меня нет этой штуки. И у меня тоже. Я сбросил. У тебя есть? Ну, это веточка, которая клада ищет. А, могу притащить. Не, я имею с собой. С собой прям нет. Жаль. Надо здесь меточку оставить, типа, интересное место. Потому что реально, как будто бы здесь что-то есть. Есть вероятность, что надо сначала найти табличку, чтобы и здесь заспавнился спавн босса. А спавн босса мы уже нашли. Следующего. Где-то мы с тобой находили его. Да, он снизу справа где-то. На материке, который я обогнул. Так что, в принципе, нам нужно только тотемы. Две штучки.
блять, комар. Хорошо, хоть они не рунами. Хорошо, хоть они не раями летают. О, это был бы пиздец. Слышь, там по 5, по 6 штук. Ну, к примеру. О, я нашел еще одну эту деревню. Идем. Там большой гоблин. Блять, комар, сука. Да возьми нахуй, щит. Во. Давай, комар. Я вижу, ты хочешь меня уебать. На. Расстреляли. Расстрелять. Ой, там шаман, о, походу. Есть тотем. А, это там тотем. Заебись. И шаман. Интересно, он на большого может раздать баф? Да. Да. Раздавал. Блять, много побежало ублюдков. Блять, бежим. Тут камни есть, вон камень. Давайте забираемся на камень. Блять, он псих. Так, а чем я стреляю? А, у меня уже обсидиановые стрелы кончились. Я этими комаринами стреляю. Да, поднялся, добивать. Блять, надо уходить с этого камня, что-то нас зажимает. Ебать ты, блядь. Ой, блядь, по тебе жахнул этот мудень. Надо шамана ёбнуть нахуй. Блин. Осторожно, тут еще справа неподалеку лужа эта ёбаная. Блять, так что, блять, происходит? Шаман. Шаман перед тобой. Блять, я не попал по нему. Не вижу его. Чё, меня еще фризануло что-то, блять, все. О, попал. Попал. Вали его нахуй. Уже, давай, Леголас, вали его нахуй. Ломай ему хуй. Ломать ему хуй. Еще один. Он телепортировался, блять. Да, хотя у него хп полное. Он во время телепорта, походу, блять, восстанавливает все хп. Блять, заебало нахуй. Где моя стамина? Меня жечь. А-а-а! Заебись. Так, все, пошли. А, вон еще жирный. Не психуй. Все нормально. Да, ледяные стрелы, кстати, по нему хорошо бьют. Ах, ебать, нихуя себе, больно, как 7 хп. Щука. Булки, булки, блядь, бутылка, хотел сказать. Бутылка с булками. Давай с тебя башка выпадет, а? Только одна до сих пор. Хуй там. Не. Говно ебаное. Блять, такой туман. Где поселение-то, блять, вообще? Вроде с этой стороны. А, да, прямо. На восток. Где-то... На восток. Еха, еха, еха. Миха, миха. Бегите на звук. На звук тупых гоблинов. Ебать, ты 300 единиц нахуй. Это ледяными стрелами. А, это еще и крит какой-то, видать. Сейчас попал, хуйня выдала. Блять, стамина. Ах, ебать! Хуя себе, я заблочил его луком, нахуй. Круто. Я пока им нажал, он заблочился. Сзади, 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 сзади. Стамина. А, ему был кто-то другой интересен. В этот момент. Он посчитал меня сладеньким. Баф у вас есть у кого-нибудь? Только что я юзнул на всех баф. А, я что-то не заметил. Еха!
Эха! Эха! Блять, он скинулся, не подобрался. Я взял, я взял, взял. Хуй, из поселеницы надо выйти пока. Ёб твою мать, сколько же вас много-то, блять. Теперь грабим. Там еще вон гоблины на вышках. Но они не спускаются. Так, тут... Зато расстреливают. Ячмень. 14 стрел осталось. На самой крыше один. Где ячмень, говоришь? Или ты собрал? Не, не собирал. Да, блять. А, это Лен, это не ячмень. А, ну или Лен, да, я не прочитал просто. Визуально вроде похож. Да, они похожи. И растут одинаково. Ой. Сундучок. Сундучок. Блять, 24 ебаных металла. Сейчас, сейчас столько же подкатит. У меня 32. Здесь. В какой сложен? Вот здесь, вот здесь в ящик сложить. Так, и металл. Черный металл. Сколько там примерно, не знаете? В смысле? Чего? Ну, штук. Примерно здесь? Угу. 66, не примерно. 66, черный металл. Ну просто, чтобы это не какая-нибудь жила там или еще что-то, вот тут лежит 66 штук. Так, и получается, нам надо найти с вами еще один... Еще один идоль. А, то есть это был не последний, да? О, я вижу опять эту призрака Одина. Где? В другом лесу. А, о, прикольно. Почему он исчезает? Потому что пошел ты нахуй, понял? Он понял, что его ждет. Да. Ебать, там что так тяжело? А у меня, блядь, 50 древесины, 50... Сколько камня? Я выбрасываю постепенно. Вот и я выбросил. В чертогах Один ждет. С тобой скелет очень усердно бежит и пытается тебя убить. Но я его перехватил. Перехватчик. Слышу жижу. О, блядь, черт, жижу. Блядь, у меня лук скоро сдохнет. Блядь, они преследуют нас. Еба. А мы нихуя их не видим. Уходи, уходим нахуй отсюда. Блядь, тут еще эти бизоны-ящеры. Блять, только тебя, сука, сейчас не хватало. Пошел ты нахуй. Вот сейчас бутылочка как никогда нужна. Да пошел ты в пень. Блять, еха, слышу. Так, одну жижу я завалил. Их еще две тут. Да, я вижу. И меня одна попала, блять. Блять. Да пока, блядь, забраться. О, не вижу нихуя. Вижу. Сука, попал. Ой, падла. А чё ты не сказал, что ты ох, меня стреляешь? А, бля. Ёбаный рот. Двигайся, бля. Двигайся, сука. Двигайся, бля. Да, сука. 9 секунд еще. Не-не-не-не, блять, еще еха, блять, сука. Я тебя прикрою. Я бегу, как могу. Ла-л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 а
Одна почти сдохла. Есть. А, это не, не она была, я понял. Ему, это не ему, прикинь, четко под затыльник прилетел говном. А это туман, нихуя не видно. Все, завалил. Надо жижку взять. Еще где-то мы там. Вон еще жижа. Жижа. У меня бодрости осталось 40 секунд. Ляськи, масяськи. Ахалай, махалай. Так, ну я не пойду на это болото жирное. Что-то мне не хочется. Так, Игорь, куда ты умотал? Я, блядь, убегаю от ебаного бизона ящера, ебучих, блядь, гоблинов. Сука. Я, мы выдвигаемся к тебе. Этот спасательный спецотряд. Extraction point. Скелеты отвлекли этих пидоров на себя. Шикарно. Вот тут тоже бизоны есть. Блин, на меня садится. Ладно. Пиздец. Давай побегаем. Ой, ой, я прибежу. Вот тут еще вот эта херня. Блять, еще один. Или это. И гоблины, блять, я бежал только от них. А, блять, я провалился в твою выкопанную яму. А, блять, стамина! Сука! Да он отошел, забей. Тут еще кто-то о, есть. Блядь. Выкопанную яму, блядь. Зачем ты ее выкопал? Я хотел искать клад. Я хотел искать клад. Но не надо. Залезайте на камень, если можете. Блядь! Фу. Эти ублюдки точно уж на камень не залезут. Я надеюсь. Мне бодрости нет теперь. И осталась одна бутылка со стаминой. Блять, он пытается, сука. Конечно. У меня бутылки со стаминой уже кончились. О, улучшен навык владения луком. Гори, блять. Куда ты помчал, ну? Пугался, сука. Кандон. У меня 34 стрелы осталось. Так, там бы домой бы, блять бы. Блять бы домой бы телепорт надо бы. Близко. Ну, как близко? Девятка. Относительно. Ну, через лес девятка. Херня. Ну, девятка? Пойдемте. Ну давай, веди. Блять, где-то там не видно нихуя, ни пизды. О. Через две избы, через три звезды. Ага. Сань, ты где? Бегу. Так, я даже похавал. Через 7 залуп в гороховый суп. Так, пожалуй, я сниму броньку, чтобы было быстрее бежать. Так, помчали на. О, другое дело на. Ух, помчал, блять. Спидранер, блядь. Спидранер. Спидаракер. Что-то мы не туда бежим. Туда-туда. Доверься опытному викингу. Тебя приведет. Огороднику. А, да, опытному викингу-огороднику. Он огородом пахнет. Значит, где-то здесь. Где-то здесь. Телепорт. А, у меня, блядь, это хуйня ебаная, блядь. У меня, кстати, тоже. Поставь здесь ящик, если можешь. Ага, сейчас. Да, блядь. Блин, ушел загородить проход. Блядь, взял, подобрал это говно. Привет. Суп из 7 залуп. Идеально. О, мы уже из другого портала вылезли. Это потому что правильный портал. А, ну да, у нас же девятка, точно. Так, где там наши быстро скидывательные ящики? Так, тут у нас что? Лен. И две штучки ищ меня.
Сейчас пойдет жара на кухне. Так, пожалуй, ячмень я на кухню отнесу. Или куда тебе ячмень? Положить. Прям ко мне. Бегу к тебе. На, держи. И вот это, и вот это. О, вот задарил. А там что-то под тобой валяется. Возьми вот это в обмен. Ох, ебать. Башка чья-то оторванная. Оторванная башка, которую я постоянно выбрасывал. Ну, я положу ее туда же, где и все. В никуда. Так, не мне нужно починиться. Судьба дала тебе второй шанс. И здесь. Ячмень, кстати, можно в эту. Сразу. Блять, сука! Случайно зацепил портал, нахуй. Я даже не помню, что это за портал. Он куда-то меня, хуй пойми, куда привел. Что это такое? Что это за место? Я в какой-то глуши, блядь, в ебенях. Хрен пойми где, короче, блядь. Просто посреди моря, блядь. Просто кибитка посреди моря, заебись, нахуй. Охуенный портал. Ладный портал, ёпта. Ой, ебать, лен выбрасывается. Льняные нити. Надо их засунуть туда же, где льняные нити. Нихуя у нас тут. Случилось. Целый сет брони стоит, серебряный. Да, так этот, как его? Макс же сделал себе броню черную, ну, следующую. Вот. И я взял у него четвертого уровня броню. У меня же первого. А первую повесил сюда. Думаю, ну нахуй она мне нужна, типа. Пускай висит. Черную себе сделал, да. Так, блять. Что я хотел? А, вот эту вот хуйню я хотел. Так. Угу. Так, так, так. Так. Блять. Ладно. Хорошо, убедил, блять. Ебать, огород, нахуй, огромный, теперь пиздец. Блять, ты так еще аккуратненько все высаживаешь, я ебу. Это еще не аккуратненько. Ну вот если на морковку посмотреть. Ой, блядь, не туда. Очень аккуратненько все сидит. Ебать, нахуй, прям как будто в какой-нибудь каску попал, ебать. Красота. Лук еще так прикольно цветет, красиво. Розовый. Слитков у нас сейчас сколько там надо на мечик? На меч надо 20.
так у нас есть, кстати. Куда-то. Я слышу, блядь. Да сука, возьми ты лук. Если ты что, охуел, ты ж. Дружи с коленами. Угу. Так. Древесина Игдрасиля у нас 50 штук откуда-то. Я ее не фармил. 57 получается даже. Ебать, тут шелка понаделалась, охуеть. 36 шелка. Так, мне хватает еще 5. Слитков. Так, что там еще надо? 5 слитков. 5 шелка. Я... Блять, это весь, сука. 5 шелка. Блять, да вы задолбали. Ну иди сюда, хорошо, ладно. Сюда иди. А ты где там уже? Ты уже обратно, что вернулся? Нет, я... Мне зеленая жижа нужна, короче. Я пошел ее чуть-чуть подфармить. Тут драугеры просто мешают. Немножко. Так, 6. Так. Где-то вот тут вот я еще видел. Вот она. Блять, сука, древень. Да ну и твою мать, ну вот нахуй ты вылез, блять. Сидел бы спокойно там, блядь, под землей. Ладно, пойду в другое место. Нет, ну в другом месте уже нету, блядь. Надо еще немножечко. Сколько у нас? 7, блядь, слитков. Ладно, давай. Там еще делается. Ага. Может быть, сейчас хватит еще на 2 меча черных. Угу. 20. Кто тут еще, блядь? Давай, иди сюда, хорошо. Ты тоже хочешь умереть, я понял. Здрасте. Или вот чуть-чуть. Принесло. Так, 6. Строительство. Да, по идее, на 2 меча черных хватит. Нормально. Ага. Мне не нужно. А что у меня, блядь? А, блядь, древесины не хватает. Сука, ёб. Тебе алебарда нужна? Не, у меня уже есть. Она у тебя из черного металла? Да, мне надо собрал. А, нихуя себе. Ну, отлично. Тогда я теперь могу свою сделать уже меч. Ну и заебись. Отлично. И тогда улучшишь его там хотя бы на плюс 2. Так. Я сейчас улучшу. Блять, ну ёпт. Ну блин, ну Дриви, ну дай мне пофармить. Ёб твою мать. Ну нахуй ты вообще, блять, за мной бегаешь, уёбок, блять. Блять, попай сразу, блять, бегать за мной, бегать за мной. Ну иди нахуй, блять, я тебя выбегу нахуй. Блять, тебе пиздить еще полчаса, блять. Это что, прикол такой? Еще один вылезает, блять. Да пошли вы в жопу, блять. Мне нужна зеленая хуета. Мне не нужно. Отлично. Мне не нужны древние, мне нужны зеленая хуета. Кстати, Фарсис, у тебя уже есть зеленый лук, да? Да. А, ну все, заебись. Клик драуг. Клик, да. Так, надо бы похавать вот эту вот.
Твой мечик готов. Скину тебе его в ящик куда-нибудь. А, хорошо, хорошо. Я тут немножко найду этих зеленых жиж. И это, вернусь. Благо, по болотам теперь не страшно ходить. Вообще похеру. Так, 3/4 идут у тебя. Сейчас еще пойдем 5. Да, у меня. Я его так и не скинул. Ой, я вижу еще жижу. Ееее! Блять! Я вижу еще жижу, и тут же вылезает дерево, блять, рядом со мной идет. Вы заебали нахуй. Это что, прикол такой, что ли, блядь? Древний любит тебя. Древний любит жижу, походу, блядь. Ладно, я вон там вот чувствую твою жопу. Угу. У меня 6 штук, блядь, всего. Так, все, ладно. Вот здесь вроде спокойно. Так. Ремесло. Так. Так вот хуяк нахуй. Блять, у меня сегодня было почти 2 полностью пустых ящика камней. Откуда, блять, опять 2 полных. 3 почти полных ящика. Кто-то тебе точно накидывает. Я реально пока строил порт, потратил просто дохуища камни. Сука, опять полные ящики. Я в ахуе. Кто-то очень сильно хочет тебе... Напихать мне. Набихать камни. Камней. Да, блядь, сука, вот только что никого же не было, блядь, скелет. Какого хуя ты пришел вообще? Иди нахуй отсюда. А ты чего фармишь, Сэй? Я зеленую жижу. Давай. Так, кто-то еще хочет меня ударить? Нет? Все? Все закончились? Дайте мне спокойно пофармить. Ебать, тут 42, что это такое? Ячменя 42. Сейчас еще подолью. Блять, кстати, ячмень кладит там, где мельница. Да, я сюда кладу. Круто. И муку туда же. Идеально. Мука. У нас по черным слиткам-то прям все неплохо. Это я сделал 2 меча, улучшил 2 раза. Аппаратику тебе и мне. У нас еще 33 слитка, и там еще плавится. У нас еще 66 там или 64 в этом. Да, и еще в одном месте тоже штук 40 лежит. Там по деревням можно и сотку набрать. Ну да. Я думаю, уже сотка будет. 35 на данный момент переработанных. 12 слизи есть. Все, можно, в принципе. Где-то тут у нас слизь на базе было, правда, немного. А там не было уже. Две штучки? Ну, зелененькая, которая, да? Да. Ее прям мало. Всего лишь. У меня просто факел не горит. На этом, в комнате. И я решил, думаю, блядь, надо зеленую слизь надыбать. А у него, для него же топливо это зеленка, вот это. А, для него топливо зеленка? Да, прикинь. Нихуя себе. Я думал, типа, только для создания надо, нихуя. Я тоже так подумал. Думал, дерево кинуть туда, а хуй там плавал. Он мне пишет то, что зеленка нужна. Нормально. А что там надо для следующей броньки? А, железо или льняная нить? Да, железо или льняная нить. Ну, правда, железа у нас нет. Проблема в этом. Кстати, это я, блядь, пришло? Раз я на болотах, я мог бы нафармить железо. Немножко-то железо есть у меня. Зачем не надо? Ну, на шлем хватит на один. У меня в огороде слизь заспавнилась. Ебать, как? В смысле? А, там, я думал, блядь, здесь, на главной базе. Думаю, нихуя себе, как тут кругом, блядь, эти станки стоят. Их спаун только станки блокируют. А нам лен вообще еще нужен? Конечно. Его дохуя надо. Чё, блядь, он для практически всего, что с черным металлом связано, нужен.
Ну, и с одежды, и с там оружия. Так что, блять, это. А то вот думаю. Это одна из ценных, блять, этих. Один из ценных ресурсов. Чё приоритетнее, ячмень или бельон? А, и то, потому что ячмень дает охуенные бафы на стамину. А лен дает, блядь, броню и всякую оружку. Значит, сделаю поровну. Двадцать процентов вина и. Наоборот. Блять, где там, блять, наша база-то? Я уже так далеко ушел, блять, что, блять, заебался уже бежать обратно. Да ёб твою мать. Это из-за двух ебучих деревней, блять, которые не дали мне, блять, зафармить практически на респе, блять. Зеленую жижу. Ходит он там, блядь. Я даже слышу, блядь, как он ходит. Мудин ебучий. Не видно ни хрена, темно. Он, здорово. Приветик. Зацени. Че я тут понатыкал? Погоди, я тут это. Я драугром здорово. С драугром здороваюсь. В смысле? Необработанная почва. Еще поправим. Сейчас обработаем. Сейчас поработаем над почвой. Это был последний куст. Вот это бы, конечно, закрыть чем-нибудь. Где? Кого? Ворота каким? У тебя дерево есть? А, да, есть немного. Куда? Чего? Давай сюда, в руки мне. А, дерево? Да. Отлично. Так. Там, если что, древень куда-то в сторону базы зашел. Так что это? Не удивляйся, если тебя сейчас начнут бить. Ладно. Я его вижу, кстати. Блин, а ведь он реально идет сюда. Ну, я и говорю. Блять, реально ведь полные стаки. Мы же, вот я сегодня вот зашел вот в это, когда вот только-только зашел в игру. Я в ахуе просто. Откуда, блять, эти ящики, блять? Кто их забивает? Еще тут в ящике лежит 5 стаков, блять, почти. Блять, кто их, блять? Их кто-то приносит по-любому, блядь. Откуда-то? Вот 3, блядь, 5 полных стаков, сука, тут. Здесь раз ящик целый, 2, блядь, ящик целый. Реально, еще блядь. Наполовину. Охуеть. Кто-то, блядь, реально заполнил, блядь, полностью эти стаки, блядь, камнем. Кому-то вот делать некуда. Откуда, блядь? Мы просто понемногу идея. Тоже подносим, 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 подносим. Хуяк, блядь, опять целые ящики этого говна. Я вообще не подносил сегодня. Я просто видел там наполовину опустошенный. Я подбрасывал. Помаленьку, но не так много. Да стопудово у нас каменная фея завелась. Ну, блин, по-любому, да. Максим. По-любому, Максим. Каменная фея. Так, найти эту фигню. Вот эту вот. На, лови. Ага. Так, я пойду. Мечик у тебя в комнате. Факел зажгу. Так, и мечик, да, надо забрать. Давайте, пати, делитесь. А я на это посмотрю. О, а, другое ёлки. Дело. Сразу на 3, на 4. У меня тут пати дерется. Поплево уголь. Так, 4 статуэточки осталось, ну, всего лишь. Одна. Больше нет, я понял. Блять, довольно тяжело их искать. Древесина, древесина. О-о-о. Да. Так. Призрак гоблина погнал. А, вот эту хуйню. Блять, почему в наших комнатах? Что? Костер работает хуй пойми как. Не знаю. Чё, блять, за бред вообще? А, уголь еще нужен. А, ты подбросил дерево?
Нет, не подбросил. Надо полностью карты забрать, забросать. О, заебись. Кам заброшенный будет. И уголь. Ну да. Вот, кстати, нигде не горит ничего, потому что почти везде нужен уголь. Так, а уголь? Уголь есть. Так. У нас просто люстры перестали гореть. Пойду заправлю. Где-то, где-то еще люстра была. Вот здесь люстра. Ох, ебать, а ты что тут делаешь, нахуй, алё? Я, здорово, братуха. Как, блядь, тут появился, ублюдок? А реально, как он тут появился, блядь? А, у нас, блядь, все ворота открыты, нахуй. А, да ладно. Такой зашел, во, нихуя тут у них прикольно, как, а? Типа руками размахивает, блядь. Гоп, стоп, нахуй, иди сюда. Я в ахуе вообще. Ворота открыты. Типа, похуй, похуй. Даже дверь открыта. На, вон, держи еще вот это. Это. Щит. А, щит. О, прикольно. Щит, это круто. Блять, у меня опять уголь закончился. Пойду это. Еще возьму. Не, в смысле уголь закончился? Нихуя не закончился. А чё у меня закончилось? Может там дерево, топливо? Может быть. Да, вот так взял хуяк. Побежали. А, смола! Да ладно. Здесь смола, топливо. Так, а где-то у нас тут был целый ящик со смолой. Вот он. Самое главное, что смола. Со смолой, ну, вот, наверное, тоже проблем не дешевый. Ну, добывается он не просто. Что-то я, блядь, не заметил, чтобы он не просто добывался. А, там... смола, дёготь, вот, я перепутал. Смола это хуйня, да? Я еще думаю, блядь, смола, блядь, он с древней падает, блядь, спокойно смола. Блядь, даже камень засунуть некуда, ёбаный в рот, реально. Реально камни просто до жопы. Можно еще 50 таких замков построить. Че это такое, блядь? Серебряное колье? Да, это на продажу примерно. Из него можно сундук с сокровищами построить? Да, но я пока не понял, как. Ну, то есть, этот... Как его? Макс нашел из в каком-то... Гайди. Не, не гайди, а этом. В каком-то сундуке. Надо откопал. Какой-то сундук. Надо монеты, рубины, два серебряных колье. Очень качественной древесины, два серебра. Охуеть. Ну понятно, почему не сделано, потому что у нас колье только одно. Не, он просто посчитал то, что оно как бы и не надо, раз это. Ну это в сокровищницу потом можно будет поставить. Для красоты, так сказать. Ну да. Я еще подумал об этом. Смола, 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 смола. Ее не хватает опять. Так, так. Она, я тут бегаю. Штучки. Факелы зарыгаю, блин. На, возьми. Да не, я бегаю. Так, это здесь зажег. Так, закрыть. Где-то еще факелы, наверное, есть. Наверное. Что-то я больше не вижу, правда. Ну ладно. А у тебя там есть что поджечь? Факелы? Что-то было, да. О, факел, да, есть. Два факела у тебя. Блять, и здесь в ящике камни валяются. Сука. Кто-то реально, блять, бегает и поджигает, закидывает все камнями. Так. Знаешь, какой бесконечный факел? Которые не нужно заправлять. Это бошки этих пепельных. Да, надо их идти фармить, этих уёбок. Пепельных? Это которые на огненном биоме? Угу. Интересно.
Блин. Я ж теперь это все собирать буду полдня. Ты листру так высоко повесил, что до нее не достать, короче, чтобы ее поджечь в этом, в сокровищнице. Да, я уже тоже столкнулся с этой проблемой. Ну, мне приходится подпрыгивать, чтобы ее поджечь. Получилось вообще? Да. Я упал. Пацаны, я сейчас Америку открыл. Да? Оказывается, можно просто зажать ей, не нажимать ее 300 раз, чтобы собрать весь игрок. Ты это, Америку без пучи теперь? Давайте закроем Америку. Ну, зато теперь тебе будет быстрее. Капец. Так, вроде я все зажег. Вроде здесь больше нету факелов, которые не горят. Я газонокосилка! Ей! Факела, 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 факела. Начинали. О, я нашел еще я нашел еще факелы, которые не зажженные. Так, там с кошками. Ну, вроде как... Вроде бы всё... Не хватает. Но есть еще один факел, который я хотел бы зажечь. Статуя свободы? Да, почти. Загорись! Я его зажег. Я рад. Теперь у нас еще и маяк горит. Я рад. Я Марат. Попурат. Марат, попурат, да. Всегда так было, есть и будет. Так, надо жрачку еще вот эту кинуть. Я Азамат, Марата брат. Марат, ты в попу рад. И залупа в 5 карат. Ебать, красота. Жалко, вот эти маленькие двери красивые не бывают. Ничего страшного. Возможно, есть другие из черного дерева какого-нибудь. Нету? Нет, нет таких дверей из черного дерева. Нет, и все, рота только и все. Да ладно. Да, да, воротина смотрится и красиво. То есть надо двойной проход делать. Это что-то как-то неохота. Все, опять тут перелопачивать не хочу. Дай-ка мне, блядь, дегтя немножко. Хочешь воротину сейчас сделать? Сейчас нет, подожди. Двойные, мне кажется, такой маленькой комнаты будут слишком. Не, я не про это подумал. Сейчас. Ну, пускай будет 6, хорошо. Так. Хорошо, хорошо, имхотеп. Хорошо. Хорошо. Как в третьей готике, чувак, косячок на алхимическом столе делал. Хорошо. Я больше всего вторую люблю. Бля, сколько раз я ее перепрошел. Сколько модов на нее. Да, моды охуительные. Так. Готика вторая, это прям зачет. Третья как-то там полностью концепцию изменили. Мне, честно, не особо прям зашло. Типа боевка есть, сюжета нет. Да, сюжет какой-то очень сильно растянутый, прям пиздец. Вторая, конечно, это легенда, да. Аркана, Аркани, или как она там называлась, вообще залупа. Да это вообще пародия какая-то. Да. То еще говнище. А сейчас еще переиздание первое будут делать на Unreal Engine. Да, я видел тоже, да. Ну, дай бог, чтобы все удалось, как говорится.
пытался я в Эликс поиграть, тоже типа от этих же разработчиков. Я проходил. Максимально похоже, но мне что-то как-то не получилось в нее поиграть. Не знаю почему. Просто не пошло. А там сюжет есть, но боевки нет. Да. Это что, ты решил обшить деревом все? Угу. Для ебать красоты. Охуеть. Для ебать красоты. Ух, ебать красота. Сука. Правда, придется снимать эти, чтобы нормально оно висело. Ты тоже решил, да? Я немножко по-другому сделаю, но да. Сука, факел мешает. Блять, придется снимать вот это вот. Спайдермен. 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 Шестьсот семян. А куда у меня упало это все? Мазаться. А, вон оно, ёб твою мать, как мне это достать? О, достал. О, да, так гораздо лучше смотрится. Так о чем я тут висела там, блядь? Тут тоже висела. Только да. Башка. Не башка. Короче, это оторванная. Я подумал, что у меня башка висела, у меня там щит висел. Привет. Ух ты. Птица-мастерица. Забайтила меня на стрелу. Блять, прикрепись ты вот сюда, блять. Ну тут у тебя V-Rising уже, блять, обои нахуй начал тут клеить. Да, я подумал уже об этом. Ну, правда... Бока я не буду, наверное, делать там, где у меня бошки висят. Потому что снимать и одевать я что-то не хочу. И еще я хотел вот решеточку отсюда убрать. Так, слушай, ничего, бошки не исчезают, нормально. Они не исчезают, но вот это вот... Да, то есть оно ну, не круто выглядит, мне не нравится. Смотри. Так, я хотел вот эту вот хуйню вот сюда вот так вот
А, она не ставится так, ёпта, блядь. Из темного дерева хуйню ты хотел поставить, да? Да, я хотел хуйню поставить, а она не... Хуй тебе, да, я не, тоже. Не вертится. Не поворачивается никак. Только сука. Из металла. Ну, блядь. Либо кристальной хуйни вот этой. Но она что-то как-то вообще стрёмно смотрится. Ай, сука. Можно сделать еще вот так. Тык. Да, вот я только что об этом подумал. У меня гвоздей рядом не было с собой. Ей! Открывающиеся окошки. Ну только, судя по всему, снаружи, да? Ну да. И смотрятся они не очень, потому что огромная, сука, щель между ними. Ты похуй, все равно прикольно. Оставить так, да? Окей. А ты как сделал? А. Прикольно тоже. Ящики, блин, сверху смотрится. Да, ебать, ящики воткнул. Ой. Вот ты тоже эту броню воткнул. Ну, не, правда, без ног. А почему? Так, я же... А, у тебя не хватило? Нету лишних ног, да. Че, наш еще один викинг-то пропал, да? Угу. Так, и это надо вот так вот сделать. Так, я перезаписал этот пул картографа. Если вдруг кому-то интересно. Если вдруг у меня что-то там новое. Открылся. Так, а что там еще есть вообще? Ну-ка, блядь, Shift 6. Что-то же еще есть. Спайдермен. Спайдермен. Ебать, тут уже ткани понаделалось. Я в ахуе вообще. Два полных стака почти. Прикольно. Мельницы по-хорошему нам две надо, да? Будь моя воля, я бы их десяток поставил. В принципе, это вполне реализуемо сейчас. Но там надо огород. А огород у нас там маленький, на форте. Надо будет, наверное, построить какой-то нормальный прям форт. Ну, больше нет смысла. Будет время. И там нормальный огород. Открылось. Ну это, блядь, долго, да. Эту-то базу было построить. Хуй вот тучу времени потрачено. Сколько уже, блядь, наиграли-то. Есть. Уже, блядь. 98 часов, что ли? А, 101 час уже, нихуя себе. Как-то крыша не липнет почему-то. А, она сверху висит. Я она... понял. Да. А, ебать, ты еще и крутую крышу делаешь. Вообще неизвестно, получится так сделать, получится. Сейчас я понял, как сделать. Нужно так, чтобы получилось. Так ты идея крутая.
Блин, сколько времени вообще? А, ну-ка, подожди. Я понял, бля, у тебя тут еще целая телега камня, охуеть. Вот так вот, хуяк. Вот так вот. Хуяк. Нужно лепить вот к этим вот балочкам. И все будет заебись. Да вылези отсюда, бля. Да, блядь, вылези, сука. Блять, дерева не хватает, сука. Серьезно? Нифига олень заспавнился. Блять. Запрыгни. Во, ебать, охуенно. Не липнет, не... все липнет, блять. Все липнет так, как надо. Правда, то, что я под эту крышу сделал хуевую крышу, это хуйня какая-то получилась из-за этого. Но, в принципе, все равно круто выглядит. Так. Меня.
Так, я хотел зелень. Зелень, именно зелень. Это я скинул зелень, вот она, зелень. Две штучки. Блять, упал. Здесь.
Неплохо. Осталось только доделать эту вышку. А чтобы доделать эту вышку, нужно железо. Чтобы было железо, нужно его нафармить. Можешь там какой-нибудь телепорт как-нибудь обозвать? Телепорт как-нибудь обозвать. Сейчас обзову. Телепорт с названием Лот. Лот? Лот. Л-О-Т. Все с маленьких, да? Да. Окей, благодарю. Лот. С чего там у меня? Сука, металл ебучий. Так, и надо... А, ты говорил, там у меня этот есть, да? Меч где-то там валяется. Пойду его возьму. Зеленый меч. Кстати, этих ублюдков он очень неплохо режет. Ну, с учетом того, что у него урон 101, у улучшенного на 2, а у железного 61. Так что, блядь, очевидно, что еще один идол, да? Он лучше. Раз, два, три, четыре. Все, у нас 5 идолов есть. Я там в деревеньку забежал, спиздил. И убежал. И убежал. Так, хорошо, где там этот главный босс-то, блядь, где-то тут был. Мне нужно железо. А, даже вот эта вот хуйня. Яглут. Нет. У нас есть там у Яглута телепорт? Наверное, только есть ВГ, то есть на горе, да? Да ну. Вот. Лес. Так, а что у нас там насчет шерсти? Шерсть у нас, наверное, в тканях, да? По-моему, в шкурах. Нет, а ты еще нитки? Нет, она у нас в тканях, да, в этих, в шкурах. Блять, а где ВГ-то? Хочешь кассеты? Нет, кассеты не хочу. Хочу узнать... Вершина горы. Сколько нужно на эту броньку? 20. 20. И... И где-то еще должно быть что-то. А все, нагрудная. Наверное, башка какая-то должна быть. Нет. Нет. А что еще? Раз, два. Ага. Ага. Поножи, облачение. А где башка? А что ты хочешь создать? Шлем следующий? Нет, если не шлем следующий.
Я хочу облачение Фенриса создать. Облачение Фенриса. Но я не вижу бошку в этих. В верстаке. Странно. У меня, в принципе, все хватает на два комплекта из этого. Но... А у нас башки какого-нибудь вурдалака нету случайно? Может, она нужна? Или Вики, посмотри просто. Я посмотрю. Капюшон Фенриса должен быть, а я у меня его нет. А что нужно на капюшон Фенриса? А, да, башка, ой, какая-то башка урдалака нужна. А, трофей культиста. Что за культист? Будет трофей культиста, мы сможем... Надо написать культист, подожди-ка. Охуяк. И культиста. Трофей. Трофей культист. Естественно, блять, культистов. Где этих культистов-то найти, бля? Скорее всего, в данжах этих, как называют, ледников. Шанс выпадения, блядь, 10% нахуй. Много их придется убить. Блин, сука. Да, у меня нету башки культиста, поэтому, блядь, я не смогу сделать броню. Ладно, что поделаешь? Придется так побегать. Придется потерпеть. Потом найду башку и это. Просто так, прокатиться, поискать данжики. Ну да. С этим я согласен. Кстати, так. Но я хотел пробежаться по болотистым данжикам и пофармить железо. Ясно. Я занят. Поэтому я пойду по болотистым данжикам. А, нужны эти от отравления бутылки. Так, бутылки. А я подготавливаю хату для сражения с яглутом. Хату? Зачем ну, хату? Чтоб хатка здесь была, телепорт, все дела. Ну, как а, обычно. Там, в смысле, подготавливаешь? Да. Я думал, здесь подготавливаешь, я думаю, не понял, думаю, что-то херня. Ну, надо, да. Думаю, как, блядь, он же, блядь, разнесет тебе нахуй всю хату.
Я сначала как бы ты ее не подготовил. Что ты скажешь сражению с якудзой? Так, и надо. Ну, можно и с якудзой потом сражаться. Теперь можно спокойно чистой совестью бежать на болото. И опустошать данжи. Благо форт у нас на болотах стоит, и до них бежать не нужно. Блять, случайно хилку заюзал, сука. Отстой. Ладно, хуй с ним. А, блядь. Пожалуйста. А, блядь, пошел я по данжикам, а ключ-то я не взял, блядь. Бывает. Савчик, блядь. Теперь обратно бежать. Они там на стенках висят вроде, да? Да. Прям над ящиками. Если мне память не изменяет. Вот здесь же прям есть, где быстрый сброс. Да я, блядь, где я? Я хуй знает где сейчас, блядь. От данжа бежу, бежу домой. Потому что не взял ключик, блядь. Так, ну на иглу-то я все подготовил. Сейчас буду стрелы делать тогда. Давай. Стрелы, хавчик. Сидс заготовит. Блядь. Уже. И все, и можно начинать. Ебануться огородик, нахуй. Если бы там можно было землю дальше поднять, было бы еще больше. Нельзя. Нужно отдохнуть.
Где-то у нас еще оружейки были стрим. Я тут гранаты понаделал. Гранаты тоже хорошо. Так, Санек, ты уже улетел, да? Я могу вернуться, я еще недалеко ушел. Ну ладно, забей. Я тебе в ящик брошу стрелы просто и все. Угу. Так, так. Стрел. И стрел. Так, что там у нас по зелью по здоровью? Четыре штучки, у меня две, это шесть. У меня одна. И то, скорее всего, я, возможно, потрачу. Сейчас. Ну, не сейчас. Можете понаделать. Я еще сделал вкусную медоуху на восстановление здоровья. Минус 50%, восстановление у нас плюс 100%. Большая, что ли? Ой. Не, небольшая, просто новенькая штука. Ну, такое, типа, оно... Восстановление здоровья на 50% уменьшает, но увеличивает на 100%. Восстановление баллы. Ситуативная хуйня такая. Грёбаный древень, а ты бесит меня. Ну ебал ты меня, и чё теперь, блядь? Чё тебе? Легче стало, блядь. Затонувшие склепы. Так. Так, где они тут? Ага. 7. Ломаем, ломаем, ломаем. Кучу грязного металла ломаем. И тут нихуя нет. А у меня от отравления хуйня. И мне похуй на тебя. А если я в тебя выстрелю, тебе понравится, бля? Как тебе, бля? Нравится тебе, бля? Блюдо, бля, стреляет у меня. Ой, не то.
А, он, блядь. Вообще не устанавливаю. Что говоришь? Да я зафаршировал, блядь, эти грибы. Две штучки. А он восстанавливает какой-то Эйтир 75. Выносливости 12 и 25 здоровья. Эйтир это манна. Ну, ну ладно, пока. Пока это надо. И это очень круто, то что она восстанавливает 75 Эйтира. Сколько у меня уже? Уже 20 штучек. Отлично. Да, старые штучки. В принципе, все готово тогда. Жду, когда вы будете готовы. Я готов. Я не готов. Убирается. Ну, прям сегодня ебашить бы не было, да? Ну, в принципе, можно попробовать. Ну ладно. Если нам сильно надо будет давать пиздюлей, то бросим это занятие. Он нам будет давать пиздюлей. Ну, мы вроде как готовы, у нас все есть. Так, ну ладно, я 30 штучек нафармил. Возвращаюсь. Где у нас выход из этой ебучей пещеры? О. Подожди. Тут еще есть место, которое я не проведал. Я тут, блядь, грязного лома, нахуй. Да, и тотемы, кстати, респаунится реально на тех же местах. Только что прям при мне респаунился. Прикол. О. Трофей фуллинг шамана. Прикольно. Черт, ничего. Шаман Зинк. Всех шаманом. Правильно. Всех болвана. Правильно. Если хуй твой силен. Стань шаманом королем. Болваном королем. Так, все, отлично.
Сколько я нафармил? 34 штучки я нафармил. Можно бежать обратно. Прикольно такая, типа, это. Хуйнюшка с перьями. Какая? Ты про кого? То, что шамана трофей дал. А. Грубо говоря, выпала его шляпа. Шляпа? Большая шляпа. Уф. Уф. Что дождаться, пока добродят хилки. Больше, блять. Блять, хоть бы писали, сколько она еще бродит. Ты меня, блять, отравил нахуй. Слышь, блять, древень, может ты отъебешься уже от меня, а? Ой, сейчас я тебе пиздюлей-то, блядь, дам, нахуй, ты заебёшь меня. Прикольно, я положил в мельницу 51 из 50. Всегда это как так это? Делаю. Он серьезно 51 добавляет? Да, может полагать. Я, по-моему, в эту, в литейную, 12 слитков клал. Первый раз просто у меня такое. Или 22, блядь, что-то из этого было. Ебать, уже 4 стака тканей, я хуей. Льняной нити, точнее. Уже отдельный ящик надо для него, для нее создавать. Я тебя сейчас мечом отхуярю, блядь, ты заебал. Так, блядь, дай-ка мне, блядь, стамину нахуй. Пизда тебя нахуй. Иди сюда. Я просто мечом его отхуярил, блядь. Древне. Это мощный хер. Забавно то, что он мне вообще нихуя сделать не мог. То есть он меня дамажит, а меня как будто не берет то, что он дамажит. Бер броня, я. Еб ебучий нахуй. Задолбали. Все, блядь. Все отъебались от меня, на. Вон еще один пидор идет, на. Ты не сдох? Все. Вроде все. Так. Пока железо сюда положу. Так. А, блять, у меня еще олово что-то, блять, здесь делает. Ладно. Иглу-то захуярим, да спать надо ложиться. Ну если, да. Конечно, захуярим. Если, да. Так, сейчас мне нужна жрачка, там вроде она есть, да? Да, да. Хренища жрачки. На босса, короче, пиццу. Ой, и, блядь. И шаурму. И понял. Хорошек. Так, сейчас я... Там стрелы, говоришь, скинул в ящик, да? Ага. Так, стрелы взял. Это... Так, это мы сюда положим, это сюда. И... Так, сейчас я все сброшу. Все, что мне не нужно. Так. 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 И... Так, вот так, вот так. Так, вот так, вот так, и вот так.
Надо всякие кирки вылупить все. А, вот ключик. Ключик на пятерочку у меня, да? Кирку, топор. Так, говоришь, пиццу, да, хуярить, да? Пицца, шаурма. Нет. И хлебушек. Пицца, шаурма и хлебушек. Чё там по хилкам у вас? Пицца, где у нас хлебушек вижу? Хлебушек вижу, так, ну там, штучки две возьму максимум. Пицца, шаурма, шаурма, штучки две взял. И пицца из бизона ящера, да? Масса быка ящера, которая пирог? Да. Или... Да-да-да. А, ага. Штучки две взял. Санёк, что у тебя с хилками? Сколько? У меня нету уже хилок. Все, я все потратил. У тебя? Хорошо. Нормально все? У меня есть. Отлично. Так, 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 Тор... так, так. Все. И я, в принципе, готов. У меня... Сейчас я только починюсь. У меня как раз хавка подходит к концу. Ну и в принципе все. Можно ебашить. Ебало. Полностью починиться, вот что. Я говорю, полностью починиться. Так, надо эту хуйню. Чинить. Так. Кинем сюда. Все. Вот этот портал. Блять, я опять подобрал эту ебучую нить. Сука. Так, какой? Вот сюда, да? Угу. Прыгаем. Ой, блядь. Очередь за звездюлями. Взял. Я глут! Ты где? О, вон пальцы. Вижу пальцы. Звездульки. Пиздец мне, походу. Кто-то быка ящеров захуярил. Кто-то точно быка ящеров захуярил. 10 Ух. Мяса, 4 шкуры, заебись. Просто блядь. С нихуя. Блять, комар. Ну, комар, да, укусим. Сейчас убьем комара. Так, сейчас я захаваюсь. Раз, два, три. Все нахуй. Ебать, колотить у меня жизньки. Ну шо, я нажимаю эту ёбаную кнопочку, да? Сейчас, давай, сейчас. Ебашим. Блять, надо было это... Бодрости набраться. А уже поздно, ладно, плохо. Звуки такие... А, да-да-да-да-да-да-да-да! Колдуй, баба, колдуй, деда! Главное, экономику не тащить этого пидора, а то бежать сюда. Я всё. Глут! А, блять, нужны же стрелы ледяные, вот. О, можно стрелять уже. Уэйкин, я глут? Я есть грут! Ух ты, ебать! Что случилось? Да чуть не попал в меня, он каким-то говном каким-то стреляет, ну точнее, плюется. О, зинь! Метеориты хуярит по кому-то. Что, блять, происходит, нахуй? Все, все в камень прилетело. Попал чем-то. Молния, огонь. Он у меня херачит. Блять, я на стамину не взял этот банки. Даже не вздумай на меня блевать, ёпт. Двиги туда, где я стою, здесь банки валяются. Хорошо, сейчас. А где ты стоишь? Чтобы понять, где ты стоишь. Вот а, я вижу. Тут слева тебя. Ой, он меня жахнул чем-то. Вот тут ножки. Ага, взял. Это я его не вижу, где он? А, вон. Ебать, скелетон, нахуй. Блять. Стамина, респаунись уже быстрее. Сколько у тебя хп, ублюдок? Интересно, а сколько ему будет наносить в ближнем бою урон? Я даже не знаю, сколько я с ним сношу. Я боюсь к нему подходить. Ты ему 40 что-то там. Да ебать, больно же.
А он по тебе хуярит? Капец, меня. А я прячусь, блядь. Я думал, сейчас меня жахнет. А я даже не видел этот метеорит сраный. Ну ладно, телепорт. Благо близко. Ага. Не страшно. Ты бежишь ко мне, да? Ко мне бежишь? Давай, беги. О! Говорит. Говорит, о! Как будто водичкой горло полощет. Что-то рядом взрывается, я, блядь, горю. Вау! Какие красивые спецэффекты. И горишь! Я смотрю, профессионал своего дела. Не видели видос с попугаем? Попугай такой стоит, короче, и говорит «сак». Видел. Сука, такая ржака, бля, я так ржал просто с этой хуйни. Сак. Да, блядь, иглу, ты заебал убегать, сука. А я, он наоборот за мной бегает, я от него убегаю, а ты за ним. Блять, как я от этого говна уворачиваюсь, я не понимаю, блять. Ох, ебать! Уебать, ебать! Хуя ты хуяришь, ты, блять, остановись, эй, чувачок. Да ты заебал, пойду его в рукопашку хуярить. Пидорас еще окружение ломает, блять, я набираю камни, не могу бежать в итоге, пидорас. А, камни? Ёпта, надо выкинуть. 66 с удара. С руки? Ага. Блять, гоблины где-то. Сука, только вас не ау. Он по мне хуярит метеоритами, блядь. Так, гоблины не в тему. Надо гоблина отходить. Гоблина я убил. А тут а, еще. Там еще гоблины. Блять, это. Давай. Блевать сейчас будет. Ёб твою мать! Сука, он скоро камень этот снесет. Ой, он по мне хуярит метеоритами. Больно, блядь, горю, горю, сука. Ой, мне походу пиздец. Короче, расстреливать надо его, не заниматься. Фу, ебать, я выжил. Надо хильнуться. Хилься, хилься, жизнь-ка, хилься. Давай, иди сюда. Костлявый ублюдок. Опять по кому-то хуярит метеоритами, блядь, а по мне, лучу, по мне. По мне хуярит, смотри-ка. Ебашит, больно, бля. Капец, орбитальный удар. Угу. Чё-то будет блевать? Блядь, заебал орать. Да сука, блядь, мне не подойти блядь к нему, чтобы он на меня не агрился. А ты подкрадись шифтом. А, точно, тут же есть шифт, он меня все равно видит. Он, он... На меня загрелся. Переагрился. А, блядь, ты, сука, тут ебись, о. Развернули. Отлично. На, сука, на. На, блядь, на, сука, на еще, на, блядь. Эй, я здесь. Ебать, хуйнул. Благо я щит поставил, блядь. Но я все равно горю. Очень больно. Там огонь очень... Ух, ебать, нихуя, ебать, пизда мне. Орбитальный удар на меня жахнул, блядь. 4 удара по мне, блядь, ёбнуло. И я труп. Да, так мне что-то нужно, блядь, здесь. Прям серьезно. Они жирные боссы стали все, а? Ну я ему так прям нормально со спины прописал, блядь. Там по 60-70 в него влетало урона. Покеда. Блять, он такое ощущение видит, у кого поменьше хп, того и, блять, атакует. Он заботится о том, чтобы у нас было поменьше хп. 39 хп. Блять, это... Ой, блять. Нет! Какой нахуй метеоритный дождь? Забодростится. Блять, я опять подобрал эту ебучую
Нитку. Да пофиг. С собой неси. Она тебе удачу принесет. Так, а в какой у нас портал вот этот, да? Как он называется? Яглут. Яглут. Яглут! Я глуп. Туп из семи залуп. Как ты там? Как ты там живешь? Да, да, я живу. О, блядь, ебать, нихуя, он, блядь, по нам сразу, блядь. Мы только вышли из телепорта, блядь, он по нам этот, блядь. Я думал, сейчас по мне юнит. Артобстрел хуйнул. Че, прям по домику уебал? Ну, по ходу дела, я не знаю. За домик! Так, блядь, защищать ты... императора! Камень, блядь, ебучий нахуй. Надо... Блядь, как же у него много хп. Он заглотил за свою жизнь, походу, много хуёв. Вот реально, он по мне не стреляет этим говном. Чё тебе надо от меня, мразь? Ты нахуй. Блин, тут еще бизон приперся. Да, он его отпиздит, если, блядь, он подойдет. А, я горю, блядь! Бля, нет! А, я думал, буду дольше гореть. А, блин, метеоритки! Мадик! Мадик! Мадик из Very Big! Блядь, стамина. Справа бизон, если чё, Сань. Да похуй на него. Меня он меньше волнует. Пока он блюет, надо его пиздить. Беги! Бля, беги! Фу. Эх-ха-ха. Метеоритки! Метеоритки! О, бля! Хорошие камушки заблочили там что-то. Да, там камушки хорошо заблочили. Давай, блюй! Я вижу, что ты хочешь. In blue water. In blue water. Тут бизон еще бегает, ебанутый, блядь. Ты сука. Там охренел, наверное, там что происходит. Да, блядь. Что с вами, блин? Опять, блядь, сука, ебашит по земле. Может, он его хотя бы заденет? Ну, походу, убил бизона. Нет, он еще живой. Он бегает за мной, блядь. Бизон и бегает ебанутый за мной. Ой, блядь, партиз, живи нахуй! Прощай! Прощай, пиздец. Сука, он сейчас всю арену переломает, пидорас. А, блядь, к нему не подойти даже, блядь, сука. Да ты заебал, нахуй, ебашить по земле. Стамина восстанавливайся, сука. Я бегу, я убегу! Фу. Да ты заебал, он сейчас ебнет тебя. Ой, ебать, а чё он не ебнул-то? Он чё, блядь? Метеоритами зато меня... Я думал, это будет это синее поле, а это... Да, блядь, я тоже думал, что сейчас синее поле будет. Да на, блядь, поебал тебе, блядь. Блин. Древесина какая-то упала на голову. Иди нахуй, блядь, со своими метеоритами. Уебать! Да, блядь! Это метеориты снесли крышу. Ой, блядь, бизон, ты иди ты нахуй. Блядь, эти камушки ебучие. Тут, блядь, аккуратно, тут бизон, блядь, бегает нахуй. Сумасшедший. Блядь, мне еще добраться бы до своей... И тут я говорю, вокруг, блядь, бегает бизон ебучий. Взял, да? Ага. Нет, этот пидор на меня нацелился, сука. Беги, блядь, беги. Беги, беги, беги. Блядь, бизон. Ты снова умер, Парсис? Нет, пока жив. Блядь. А ты сдох, да? Ебучий бизон. Он, короче, я мимо него пробегал, он с тебя на меня переагрился. А.
Блять, ты сука заебал, да сдохнешь ты уже или нет, блять? Бокоящер. Почему бы этот босс не захуярил бы бокоящера по-быстренькому, а? Сучонок такой, ебаный. Он, блять, вообще, блять, не дамажит по нему. То есть луч сейчас прошел сквозь бокоящера. Охренеть. На похуй просто. Метеориты. Я горю! Star Wars, ебрите. Да, блять, заходи, сука. Ебучий бизон, ты заебал. Блять, мы сняли одну треть, только чуть больше. Отъебись от меня, бизон, пожалуйста. Блять, не могу. Блять, я глут, вот серьезно. Пошел ты нахуй, а? Блять, и бизон тут все никак не отъебется. Да, он заебал за мной бегать, на. Ой, бля, ебать нахуй. По бизону ебнул, смотри-ка. По метеоритам. По бизону хоть бы хуй, блядь. Ты, блядь. Так, нужно хилочку завязать. Блять, ебучие камни, сука. Я не могу подойти, короче, к своим шмоткам. Вроде отвлекся. Ага. Да, смотри на меня, бля. Метеориты. По мне хуярит, сука. Реально, прям по бизону летят, и вообще, обалдеть. Ах, блядь, сука. Блядь, основная проблема реально здесь-то просто подобрать свои шмотки, блядь. Оп, блин, ползет, зараза. А чё, оба-то? Может, по одному как-нибудь? Метеорит. Метеорит, по форсицу. Сука сраная, ты чё, почему опыта сразу? Давайте, может, ну, блядь, попадем. Сука, ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, пятки горят, пятки горят. Метеориты. Блядь, ну тут. Ёбина нахуй. Да вы, блять, у меня Д хилку. Амин. О, блять, опять бизон. Да только ты заебал как? Да ты уже сдохнешь. Ой, пизда тебя, заебал нахуй. В рукопашку тебя отпизжу нахуй. Этим вопросом. Где он нахуй, этот бизон? Он свалил в ужасе. Это сука ебаная, блядь. Вот когда нахуй не нужно, блядь, съябывать, так он, блядь, пятки, блядь, только сверкают. О, я вижу, ты его завалил, да? Круто. Красавчик. Кританул, походу. Этот, метеориты, метеориты по Игорю. А, я только увидел, сразу сдох. У меня было 20 хп, а хилка в откате. Блядь, сука, довольно-таки жирный ублюдок. Хотя масса костей, по-моему, была пожирнее. У нас просто оружки подходящей не было для массы костей. Ну да. Ты прав. Мой дип. Нифига задолжил. Блюет. Он в меня блюет. Вот он идиот. Он в меня блюет. У меня куча ебучих камней, блять. Опять набралось. О, он на тебя согрелся. Я бегу. А, он снова на меня согрелся. Сейчас, блять, давай. Этот, метеориты, метеориты в тебя. Спасибо. Ты мне жизнь спас. Бьет по земле. Комар тупорылый. Свинье. В спину. О, комаров, блядь, тут явно не хватает. Блядь.
3 пачки камней, сука, возьми, блять. Это метеориты. Да, блять, по мне, я уже чувствую. Ах ты ж, сука, и по мне ёбнул, блять, тварь. Больно, блять. Заебал нахуй, блять. Ну, давай. Ебаш. Метеориты. Пошел нахуй. Там что-то осыпалось. Ну, давай. Хуей. Блед. Блять, такой звук, конечно. Реально угарный. Метеориты. По тебе. Плохо. Он орёт. Чё ты орёшь? Это хорошо, они тут еще не восстанавливаются, как в этом. Блеет. Как же, блядь, игра-то, господи, сегодня называл. Бьет. 5 камней ебаные. Метеориты. У меня. Все, камень принял в себе. На тебе поебал. Стамина нет. Стам. О, беги, блядь! Сука, поджег меня, тварь. Благо не уебал. Блеет. Метеориты. По форсицу. Он любит по форсицу походу хуярить. Ага. Блеет. Он хочет меня отжарить. Слышу гоблинов. Бьет. Вообще не. Орет. Не знаю, что орет. Что ты орешь? Типа, пошел нахуй! Метеорита. По Саньку. А, блять, еще блюет по мне. Сука, еще и гребаные гоблины. Вот вас вообще не в тени в тему, блядь. Еще и все за мной, нахуй. Бегай. И этот, блядь, в мудень бежит такой, ползет, блядь. Куда это он, блядь, телепортировался? Это метеориты, метеориты! Бля, сейчас всех троих положат, сука. Это в меня полетело. Класс. Да какие кулаки, блядь. А ну пошел нахрен. Блядь, опять бизон, да вы заебали, блядь. Теперь втроем, блядь, бегают за мной, ёб твою мать. Твою жопу бизоны безумно любят. Ага. Стой, мелкий ублюдок. Ой, лук закончился, блин. Я попробую на базу примодиться. Да, давай. О, бля, ебать! Я думал, он будет по земле. Блять, и скелеты, сука, и ебаный мамонт этот ебучий. Сука, мамонт вообще не в тему, нахуй. Ой, блядь, как ты заебал за мной бегать, нахуй. Блядь, и, блядь, гоблины эти ебаные, сука, тоже тут бегают. Тут на шум, блядь, вся деревня бежалась. Все, блядь, кому не лень. Стой, блядь, ебаный гном, сука. Еще сзади у тебя. Блять, мамонт ебучий. Бля, ебать он наебал.
Это надо было большой щит, короче, сделать, бля. Не, долг, я здесь. Ну, ты просто любишь парировать. Это, блядь, как его? Эти, блядь, метеориты. Да-да-да. Блядь. Чё ты меня так пугаешь, ты ёбаный в рот? А почему? А почему это фуллинга не хуярит? Мне интересно. Капец. Меня главное проебошило, а фуллинга нет. О, бля, бьет по земле. Я такой, значит, от метеорита за камнем спрятался с полностью 100% уверенностью, что по мне сейчас ничего не прилетит. И меня как подбросят, куснет за жопу этот мамонт сраный. Метеориты, блядь, по мне. Да нихуя по мне, блядь, сука, ну и мамонт, и метеориты, сука, и, блядь... Значит, как же это, блядь, бесит, нахуй. Я бежал, причем от этих метеоритов, если бы этот мудень, блядь, мамонт не встретил меня, блядь, нас. Причем я в этого мамонта стрелял, блядь, ну и вообще похрен на меня был. Надо его спину ебашить, нахуй, мечом. Блядь, где он? Сейчас добью. Добил. Фу, ёпть. Эта херня, блядь, за спиной оказалась. Яглут, ты куда, блядь, он к хате к нашей пошел, сука. Эй, мразота, я здесь. А чтоб не ломал. Бьемся сюда бежать. Сейчас за нами поползет. Блять, опять метеориты. Меня! Ядрить! Блять, стрел маловато осталось. Star Wars, блин. Блять, метеорит. Модип. Больно. Так, и где у меня там, блять, мои шмотки? Какой меня валил? А, вон нашел. Так, надо лишнее выкинуть. Лишнее выкинуть. Одеться. Ого! Блять. Если будет это метеориты, говорите. Метеориты, блять. Сука, блять, еще и скелет. Ёбаный в рот, иди да нахуй. Так, пошел нахер! Все, отлично. Все. Я в строю. Это на меня агрится. О, каменная табличка, имба. Я за ней как за курить в Mass Effect. Фух, блядь. Безопасно отсиделся. Сука, чуть-чуть скидки. Метеориты. Блядь, по мне. Блядь, камушки спасли меня, сука. Блядь, на опять ебаные гоблины. Почему? Кто меня перегрузило, блядь? Ебучие, блядь, камни, нахуй. В момент, когда он, блядь, бьет по земле, я от него отойти не могу, потому что у меня, блядь, камни, блядь. Так, все-таки арена с боссом, блядь, не должна так разрушаться или разрушаться, но не выкидывайте из себя вот эти ресурсы ебучие. Метеориты. Метеориты. Ебать, бля, пизда. Моментальная смерть. Ну стой, папа. Блин, меня передавало. Еще стрелы, короче, захватить. Надо тимбав сделать. Это было бы неплохо. Метеориты. Все, отлично. Сейчас стамина восстановится. Бьет, да? Ага. Все, давай. Блюет.
Метеорита. Меня! Стави меня. Бьет. Блядские камни ебаные. Орёт. На тебя. Сдох-то, блядь. Он прям на твоих шмотках. Болеет. Красно. А, ну не совсем. Метеориты. Блядь, ты иди ты нахер! Сука, только пришел. Теперь тут два пинуса. Пинус. Блядь, беги. Эти камни подобрал. Метеорит у тебя. Рох, плохо, очень плохо, ёб твою мать! Ебать, сука, хилка, хилься быстрее, блядь. Фуф, последняя хилка, блядь. Увяз дебила. Отлично, спасибо. Но это не защитит меня от метеоритов. Ух ты ж, блядь. Чё? Чё, тебе больно? Чё, орёт? Ага. Орёт. Метеориты. Меня. Азис. Блять, бьет. Почему ты, блять, не возьмешь-то никак это все, сука? Ну, что ты смотришь-то, блять? Ты либо метеорита. Блять, ебаные камни, нахуй. Ау. Блять. Сука, целый пиздец, просто подобрать свои вещи на. Метеорита. По мне, блять, ебаные, сука, метеориты. Сука, блять. Я видел, что метеориты полетели куда-то в другое место, блядь. Я спокойно пошел к нему, блядь. Как только подошел, блядь, два метеорита влетело в меня, блядь. Заебись. Сука. Пять метеоритов. Блядь. Просто поорал. А где метеорит, босс? Половина в меня. Все в камушки ушло. Блять. Что арену пидорас? Бодрость. Ах ты падла! Мне падла! Мне кранты. Сбил камень, сука. Держись, ванхит. Хорошо, что здесь, если даже все мы сдохнем, хп у него останется. А, таким круто. Же. Ебать. А вот мы играли. Как же, блядь, игра-то называлась, господи, забыл я про вампиров-то. Я понял, Верайзинг. Верайзинг. Бля, вот там сдохнешь и пизда. Там, блядь, можно было просто отойти от места респауна, блядь, отойти от этого босса, и все, и пиздец, и он опять фулл хп, блядь. Ебать, он сгорело. Начинается. Ебать. Так, где я там сдох? Там, блядь, помнишь? Деревяхи. Блядь, сейчас опять весь лут нахуй собираться будет, ну. Только повыбрасывал, блядь. Тогда реально всякое говнище собирается. Потом приходишь на место своего своей смерти и пиздец. Камни. Блядь, ёбаные камни, блядь, беги! Блядь, муха ебаная еще. Сраный комар, блядь.
Кстати, что насчет бомбочек? Тебе нравятся бомбочки, ублюдок? Или тебе похеру абсолютно? Так, ну мы у него уже 2/3 сохуярили. Заебись. Блин, охуенный баф. Азиз, опять Азиз. Сука. Блин. Догорел. Кайф. Ну что, блядь, это... Огонь этот уйдет уже или нет? Во, заебись. Блядь, беги, сука, он меня заблочил, прикинь, блядь, рукой своей. Блядь, я не могу догореть. Нет, я не догорю. Фу, я не догорел. Блядь, ну у меня хп теперь вообще нет. Блядь, все кругом ебучие метеориты, твою мать. Почему у меня стамина так быстро кончается? Я горю. Там живой? Да. Ну, блядь, хп у меня нет. Придется ждать, пока я отхилюсь. Сука, чё смотришь на? Азиз, блядь. Надо было взять банки, он там. Эти шарики, блядь, они так, блядь, ну, что которые шарики? Вокруг, блядь. Блядь, метеориты. Ебать, по мне хуярили, блядь, меня палец защитил, охуеть. А я теперь просто под камнем стою, по возможности. Стамина, блядь. Бодрость кончилась, все, пизда. У тебя уже бодрость кончилась? Метеорит. Блять, по мне. Блять, как хорошо, что есть камушки, а. Так, я почти отхилился, заебись. Все. Вот ты там вокруг камня бегаешь, да? Сейчас я, блядь, пойду ему в спину нахуячу. Тебя пошли. Или... А, заебись. Хули ты ржёшь-то, блядь? На поле свой. Сука, блядь, поджёг меня. Блядь, хпшки половину, блядь, снял. Метеориты. А тебя? Да, я уже почувствовал, блядь. Скоро, блядь, походу палец этот разъебётся полностью. Да хорош ржать, блять, уже, блять. Захлебнись там уже, блять, чем-то. Если что, на него огонь не работает. Чё ты его поджигаешь? Да у меня почти все стрелы уже это. Вот в чем проблема. Хотя я там успел скрафтить еще столько же. Взял бы обычные. Да вот я обычными и стреляю. Этот метеорит, я не знаю куда. А, понял. В игре. Блед. ЧК он его сломает. Ой, хуя по нему ледомор дает нормально. Блять, блять, хилку, хилку нахуй. У меня нет хилки. У меня нет хилки. У меня есть, но восстанавливается. Восстанавливался она просто долго, блять. У меня было всего 3 штучки. И я их уже потратил. Чтобы он на кого-то сагрился. Я, блядь, могу. Меня! Сейчас сагрю. Попробую. Блять. Блять, скелет, пошел ты нахуй, а? А, стой, назад, назад, назад. Нормально, нормально, все. Ледомор, хорошо, его что? Да, слушай. Че его сразу, блять, использовать? Не знаю, у меня нет ледомора, поэтому я бью, блядь, чем придется. То есть своим бичом. Это самое мощное оружие, которое. Камни ван хит. Все как-то, блядь, все в камень влетело, отлично. Блядь, я подгорел. Сука, стамины нету, я. Да, блядь, бьет уже этот огонь ебучий или нет? Во, наконец-то. Метеориты, метеориты. Куда, блядь? Во всех. Тебя, ах, блядь, в меня, нахуй, ебать. Что за фризы, блядь, камешек сломался?
блядь, ебать, заебись. Мне пизда. Мне уже пизда. Ну, я ему неплохо сейчас так нарубил. Я тоже, блядь, когда он вызвал метеорит, я просто стоял и хуярил его в этот момент. Ничего не оставалось. Только бить. Блин, надо реально его бегом добивать и спать ложиться 2 часа ночи. Если... Артист, танчи его, ебать. Так. У меня хп уже не осталось. Я получу пизды. Мощно так. Блин, лоб сдох. Ты это, бодрости не набрал, Игорь? Чё, все сдохли, да? Не, я там с ним пока, но у меня лука нет. Это же мой трупик. И чё мне с ним делать? Блядь, да выкиньте ебучие камни. Сука, почему я не могу подобрать свои вещи? У меня ничего в инвентаре нету. Блин, я застрял. Так, я вижу свои вещи. Бегай вокруг этого камня, Арсис, ты молодец. А больше ничего не остается. Так, не в меня? Нет? Все, заебись. Можно одеться. Понял, прикол, просто не подбирает все вещи гандом и все. Так, все, погнали. Можно пиздить его дальше. Блять, еще жижа зеленая, ой, черная приперлась, прикинь. Бля, вот че не хватало, так это жижа, блять. Блять, она, блять, тебя попадет нахуй, и метеориты сто пудов прилетят нахуй, и все, и пиздец. Ну. Придомором его. Как бы мне сходить починиться? Беги. Блять, колбал. Хрена призанула. Ну что ты так жестко призанул? Так, блядь, жижу я убил. Вытащили плохо. Жижу я убил. Прессовал. Так, так. Все, бегу к нему. Метеориты. По мне. Бьет. За тобой побежал? Вообще орёт что-то. Ой, сука. Ну давай, давай, что-нибудь предпринимай уже. Отпусти меня, блять, я застрял в нем. Вон, метеориты. Да, вижу. Куда, где, блять, откуда? Не знаю. Ютить. По мне. Я в портал только вошел и в меня, блин, прилетело ядрить. Надеюсь, портал уцелел. Капец. Блять, опять жижа, блять, черная нахуй. Да, блять, вы заебали, какого хуя здесь, блять, жижа черная, блять, делает? Не... Сука, придется на... Я отвлекся, короче, на нее. Блять. Сзади тебя жижа черная. Ёбаный брод, еще этого не хватало. Я все это время ебошу ее. Все, я убил ее. Отлично. Бля, так, ты сдохнешь когда-нибудь. Нет, ты заебал уже. Сейчас я отвлеку его. Сейчас какие ебаные метеорит. Блин, он портал убил. Сука. Сука, я горю. Бей. Отлично. Еще один убью. Удар. Убил? Блять, да. А я забей. Этого не видел. Плак. Разобрал, да? Так. О, так, выпало с него 3 каких-то духа. Каждому по одному скин. А тебе? Пизда, конечно.
Так, сейчас телепорт остановлю, у меня есть свой. Короче, прилетела какая-то белая ворона и сказала мне что-то там, блядь, что я нихуя не понял. Сказала то, что эта белая ворона, глаза и уста все отца. И слушайся его, и она снова прилетит ко мне. Привет, бля, я ворона, бля. Да, я, бля, 40 лет, бля, сидел, бля. Так, сейчас... Так, портал, 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 портал. Где у нас портал? Хуй знает где, блядь. Куча камней, блядь, постоянно в инвентаре, блядь. Как не бежишь, блядь. Еще слам верстак, пидорас, ебан. А ты где? Я что-то тебя не вижу. Почему? А у меня метка почему-то не стоит. О, блядь, ебать. Я еще смотрю, блядь, я тебя на карте не вижу. Мне страшно стало. Яг... Портал поставил. Да, нормально, нам хату разъебал. Она еще, блядь, каменная сука была. Так он, блядь, одним этим, блядь, одним метеоритом да, только разъебал, блядь, пол хаты, блядь. Возьми вот эту хуйню. Где мой лут? Вот он. Так, здесь, кстати, лежит металла довольно много. Черт. А я не могу, потому что у меня черный металл. Я понял. Все, сейчас. Забирай форсиста одежду. Пошиться. Поздно уже идти. Да. Егор дал просраться. Мы час его убили. Больше. Больше. Так, и что теперь можно делать? Можно сделать фонтанчик. Фонтанчик с этой, со светлячком. Все, есть это. Так. Фонтанчик. Ой, фонтанчик. Прикольненький такой. Куда был? Фонтанчик. Вот, напротив ворот. Откуда? Хуяк вот сюда. Ну, что-то как-то ты несимметрично его поставил. Могу... Темнота. Фонтан светлячков добавлен. Воин, мне скучно, кроме того, моя работа нянчится с такими, как ты, допоздна. Просто будь бдителен, и я уверен, ты будешь вознагражден. Спасибо. Блять, светлячкам нужно больше открытого пространства, сука. Блять, то им света много, то, блять, им еще какая-то хуйня их травит, пидорасы. Я поставлю в эту. А здесь он мне сейчас напишет, что, блять, все равно света хуя, да? Ну, конечно. О, ночью, он ночью работает, наверное. Ворона. Я, бля, ворон, бля. Я, бля, 40 лет, бля. Пизда ебал. Больше пространства. Действительно, походу, до ночи только работает. Оставь его там и подождем ночи просто и все. Ну, блять, я не потом пошел. Тут сейчас как раз ночь, походу, дело наступит. Или это утро. Значит. Несимметрично, но вот ворота. Чтобы он в сторону ворот смотрел. Ну, то есть наклонен был. А. Так, ты хочешь песенчиком, да? Да. Так и чё, больше ничего нельзя сделать? Ну, ждем, пока темно станет, блядь. Главное не спать в этот момент. Еще бошку надо повесить. Бошку? Он что за бошка? Мы же получили его бошку. А, ну да. Нет. Ну, в смысле, она одна падает, я ее взял. Чё? Ну, блять, ну темно же уже, заебал. Еще не темно, судя по всему. Скинуть. Вообще, спа.
уже третий стак ниток собирает. Пятый. Так, ну сейчас должно быть темно. Светлячки на подходе. А, на подходе? На каком подходе? Здесь подходе. Может быть, дверь еще открыть, блядь? Давайте, светлячки, идите сюда. Че такие, нахуй, жучары, блядь, припрутся, нахуй, и сожрут нас. На подходе, блядь. То есть мы их ждем, а на самом деле надо было бояться. Да? Угу. Где, блядь, эти светлячки? Ну? С какой стороны они прилетят? Ну? О. Что? Ебать, я поймал одного светлячка. Он прямо из него появился. Светлячок, свет светлячка и фонарики такие. А он типа просто вырабатывать будет светлячков, что ли? Да, вырабатывает светлячков. Ну-ка, а чё, что-нибудь дали тебе за это? На-на-на. Говно, краб. Сейчас посмотрим. Открылся какой-то краб. И мне его. А, во, не надо. Так, открылось, блядь. Лови его, блядь. Во. Свет светлячка. Ну все, в принципе, все правильно. Он работает. Или не работает. Подожди, сейчас я посмотрю, как он работает. Наверное, он здесь работает, да? Ну да, вот свет светлячка. Серебро надо. Есть. Так. Один кусок серебра. И... О, свет. Эта хуйня начинает вокруг тебя летать. Да. И теперь вот с этой хуйней можно будет бегать в этот. В туманных землях. Да, в туманных землях. Но она работает, то есть, либо ты ее ставишь, например, либо ты ставишь пояс, например. Ну, то есть понятно. С поясом она не будет, ну, работать. Ну там, видимо, придет. Что делать? Придется с этой херней бегать. А мне прикольно. Такой херобор соберете. А, да, а вот смотри, собрать, видишь светлячок, короче, вокруг этого. Да, я его взял. Взял? Иди бери один слиток серебра, подходи к этому... Станку, не к станку, а к этому, к верстаку. Штучку. Вот. И собирай там эту хуйню. Так, ладно. Танусь, поешь ложку босса и спать. Да, мне тоже с тобой. Так, хата один, да, по-моему? Нет. За респаун. Спаун. Мне просто интересно, что он там добав дает. Мальчики. Так. Стойкость огню, стойкость ко льду и стойкость к молнии. Неплохо. Короче, если брать болотного вот. Хера и вот этого. Да. Вообще нормально какие будет. Какие еха? Какие, блять, еха? Вы чё, блять, тут забыли-то? А чё вы реально? Хуя себе. Совсем ебанули, что ли? То есть, по сути, один босс остался. Они ломают нашу базу, блядь. Что, блядь, происходит? Гоблины, сука. Это... Кстати, здесь еще кабанчики. Да, дикие до сих пор. Злые, блядь. Да, ну, хули, они рядом с костром, считай, рядом с этими, блядь. И у них жрачки нету нихуя. Пошел. Блядь, куда с чем я там не могу идти? А ты от гоблина эту хуйню тут точно подобрал.
уже по всей карте раскидано, наверное, сотни полторы этих слитков. Не слитков. Руды. Так, ладно, я пошел к этому. К кровати. Я ложусь. И сплю, блядь. Сохранить. Отключиться. Все, я, блядь, пошел отдыхать. Похоже. Да, что это пизда, уже очень поздно. Ебать. Все, до завтра, всем пока. Сладких снов. Угу.